Почти 70 лет прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. Сейчас о тех горьких временах напоминают лишь книги, фильмы, мемориалы и братские могилы солдат, нашедших свою смерть на поле битвы. Поисковые отряды работают в тех местах, где проходили особенно жестокие бои, разыскивая воинские останки, чтобы с подобающими почестями перезахоронить безымянных героев. Очередное захоронение останков 245 воинов состоялось в поселке Озерный Смоленской области. Ивановские и смоленские поисковики находили их в течение 2 лет, ведя раскопки в Духовщинском районе. На этой территории следы войны совсем свежие, некоторые поля по-прежнему заминированы. Местные жители давно свыклись с тем, что их земля больше напоминает кладбище. Всего в этом районе перезахоронено уже 17 тысяч солдат. Это на 3 тысячи больше, чем жителей. И глубоко в лесах раскопки все еще идут. Этими тропами шли наши солдаты в год Великой Отечественной войны. Поисковики говорят, что дороги мало изменились с тех пор. Я могу им поверить, по ним вряд ли может пройти что-то, кроме БТРа или самих поисковиков. Ивановские поисковики только разбили лагерь. Приступить к поискам пока не позволяют погодные условия. Планируют остаться здесь на 10 дней. Можно было бы вести раскопки и дольше, но работать в болотистой местности всегда очень трудно. Говорят, место выбирали не случайно. В Духовщинском районе можно начинать раскопки практически на любом квадратном метре. В годы Великой Отечественной здесь шли постоянные жестокие бои. Лагерь наш простоит, и поисковики прорабатывают в течение 2 недель. Ну, цель работы, соответственно, естественно, поиск останков наших бойцов, которые когда-то здесь погибли в боях за Смоленщину. Найденные в ходе экспедиции патроны, каски, ножи, гильзы и другие следы войны поисковики передают в краеведческие музеи. Фонд музея формируется главным образом за счет того, что приносят нам отряды поисковые, которые работают у нас на территории Духовщинского района. Также поисковый отряд «Комбат» – это поисковый отряд Духовщинского района. И приносят нам экспонаты также жители нашего района и города, которые просто случайно находят в лесу, в речках это все, и сдают нам в музей. То, что можно сдать, то, что взрывоопасно, все это передается в военкомат, милицию. Ивановские делегации приезжают на раскопки в Смоленскую область несколько раз в год. Здесь воевала и погибла 322-я дивизия, сформированная из жителей нашего региона. Во время этой поездки поисковики договорились с сотрудниками администрации Духовщинского района о проведении регулярных совместных вахт памяти. Мы хотели пригласить ивановских ребят. Это тот регион, который не видел войны, для того, чтобы они ощутили, если можно сказать, своей кожи, что такое война. Чаще всего найденные останки невозможно идентифицировать. На них нет посмертных медальонов. Солдаты старались не брать медальоны в бой, считали это плохой приметой. Поэтому многие останки остаются безымянными. Поисковики надеются, что хотя бы немногие солдат смогут вновь обрести имя и остаться в памяти потомков. Говорят, пока списки пропавших без вести существенно не сократятся, будут продолжать поиски. Анастасия Николаева, РТВ Иваново, Смоленская область.